Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хочу вам показать мои запасы уходовой косметики. И начну я с продуктов по уходу за волосами. Прошу также прощения за посторонние звуки, если они будут, потому что у нас там то соседи гремят непонятно чем, этажом выше. Вот. И также за кадром, как и всегда, у меня аквариум. Также хочу сказать о том, что здесь не будет продуктов, которые у меня уже находятся в уходовой косметике на месяц январь. Только здесь будет та косметика, которая находится у меня именно в запасах. И давайте приступим. Начну я с шампуня от марки «Чистая линия». Это у меня шампунь с ухаживающей сывороткой и омега-3 из масла конопли. Интенсивное питание для сильных и шелковистых волос. Раньше этих шампуней у меня всегда было больше всего. Но сейчас у меня вот есть только один, и то уже в новом дизайне, в новом оформлении, новый аромат. Раньше, конечно, у меня их было гораздо больше. Далее Head & Shoulders, охлаждающий эффект Sub-Zero или как-то так. В общем, это шампунь против перхоти с ментолом. Далее шампунь от рецептов бабушки Агафьи. Особый шампунь Агафьи против выпадения и ломкости. Здесь у нас и настой 17 сибирских трав, красный можжевельник, мумиё и байкальский золотой корень на талой воде. Тоже эти шампуни покупаю уже не первый раз. Далее от La Petite Marseillaise. Это уже гель-шампунь для мужчин 3 в 1. Он идет сосной и эвкалиптом. Покупала, потому что я обожаю запах и сосны, и эвкалипта. Поставлю, когда в уход в ванной комнате. Я думаю, что и муж им будет им с удовольствием пользоваться. И я тоже буду ему помогать. Далее шампунь от Pantene Pro-V Aqua Light. 0% силиконов, минеральных масел, красителей. Для тонких волос, склонных к жирности. Его покупала не я, а мне его купил муж. Вот. Далее вот такой шампунь от Natura Siberica, покупала в Пятерочке, био-шампунь на сахалинском бамбуке, увлажняющий для сухих волос, он какой-то натуральный идет. Профессиональная линейка, это шампунь от марки Капус, кератин шампунь, тоже без СЛС, без парабенов, заказывала я его на сайте Озон. Так, девчонки, с шампунями, которые такие вот, скажем так, одиночки, да, из каких-то вот марок, это все. Теперь буду показывать вам те, которые уже у меня идут прям какой-то, скажем так, небольшой даже коллекцией от каких-то марок. Во-первых, это шампунь от марки Nivea, какая-то новиночка была на Wildberries. Это шампунь Detox, он у нас идет с... Здесь, в общем, не написано, но это мицеллярный шампунь, он с лаймом. Лаймом и мятой вроде, если я не ошибаюсь. Далее из этой же линейки шампунь, уже вот такой вот, с малинкой он идет. Здесь написано, что это также мицеллярный, но для окрашенных волос. Я уже когда его получила, увидела, что он для окрашенных. У меня волосы натуральные, не окрашенные. Но надеюсь, что когда я попользуюсь им, ничего плохого с ними не станет. Далее, еще шампуни. Забыла, что у меня тут еще шампуни такие, скажем так, одиночки есть. Это Планета Органика. Органик с кокосом. В общем, тоже без СЛС, без парабенов. Шампунь и кондиционер. Так, и еще... Тоже идет Coco Organic, не знаю, что это за линейка, мега увлажняющий кокосовый био-шампунь и кокосовый также био-бальзам. Знаю, что такие еще есть и морковные, и там с томатом, и с чем там их только нету. У меня вот только один до сих пор еще стоит в запасах. Так, дальше от Garnier из серии Fructis шампунь и бальзам ополаскиватель «Огуречная свежесть». Тоже покупаю уже не первый раз. Далее у меня от Garnier из серии Ultra Du детский шампунь с вишней и миндалем. Покупала для себя, чисто интересно из-за аромата, какой он будет. Далее от Garnier серии Fructis вот такой сос-спасатель для волос. Это комплексный несмываемый крем. Он очень, девчонки, идет большой. Здесь объем целых 400 мл. Покупала я его не сама, а купил мне его муж еще в прошлом году.
от марки Прелесть. У меня есть вот такая маска для любого типа волос, кератинотерапия. Покупала я ее не сама, подарила мне ее подружка, объем 500 мл. Маска, кстати говоря, очень классная. Когда-то я себе такую тоже покупала. От марки Dove у меня вот такая парочка, тоже шампунь и бальзам-ополаскиватель. Серия называется «Густые и сильные» с маслом лаванды и экстрактом розмарина. Покажу вам еще два масла для волос. Первые это от Garnier Fructis. Сос восстановления, здоровые кончики, тоже несмываемый такой уход, укрепляющая сыворотка против секущихся кончиков. Тоже часто раньше ее приобретала. И вот такое от L'Oréal Elsev, масло экстраординарное, 6 масел редких цветов для всех типов волос, волосы как шелк, интенсивное питание, без утяжеления. Тоже раньше часто его приобретала. Кстати говоря, срок годности вот у него до августа 2022 года, поэтому нужно уже ставить его скоро в уход. Теперь покажу вам мою, скажем так, коллекцию запасов от марки Faberlic, затем уже Herbal Essence и потом уже от марки Шаума. Итак, первое, что хочу вам показать от марки Faberlic, это вот такая серия Arisu. В общем, шампунь с камелией укрепляющий и также укрепляющий бальзам также с камелией. Затем у меня есть вот такие вот прекрасные баночки, покупаю уже второй раз их. Это ультрапитательная маска для волос из серии «Зима», также шампунь и бальзам. Они очень приятно пахнут жвачкой Bubblegum, хорошо ухаживают за волосами, вот уже второй год я их приобретаю. Также у меня есть вот такая летняя линейка от компании Faberlic, это серия «Эксперт», «Summer Care», бальзам, шампунь. И также у меня еще есть... вот такая вот масочка для всех типов волос, я ее поставлю. А это, в общем, у нас питание и защита цвета, тоже покупаю уже, наверное, третий год, если не ошибаюсь. Эта линейка мне также очень нравится, к тому же она обладает охлаждающим эффектом. Далее у меня линейка от компании Faberlic, это уже серия Superfood, пудинг для волос и к нему йогурт для волос. Еще, кстати говоря, не тестировала. Но надеюсь, что они мне понравятся, потому что у многих девчонок слышала положительные отзывы на эту серию. Также серия от Superfood, точнее от Faberlic и серии Superfood, это пудинг для волос и йогурт для волос с ревенем, вот такая, или ревень, как он там правильно, я, к сожалению, не знаю. Точнее, я знала, но не помню, извините. И у меня есть еще один йогурт для волос, это уже с ягодами асаи. Хотела также приобрести к нему пудинг, но как-то вот в свое время, скажем так, не взяла, и теперь его уже длительное время нет в наличии, поэтому не знаю, получится у меня приобрести к нему этот самый пудинг или нет, но если нет, то буду использовать просто йогурт для волос без пудинга. Последний шампунь от компании Faberlic, это новинка этой зимы. Вот такой шампунь из серии Ботаника, зимняя защита с клюквой и княженикой. Тоже аромат имеет очень приятный, скоро его поставлю в уход. Далее переходим мы к линейке Herbal Essence. В общем, как-то так, по-моему, она называется. Раньше у меня тоже было много шампуней, закончилось также много. Покажу то, что уже осталось. Во-первых, это вот такой шампунь и бальзам-ополаскиватель защиты от ломкости с маслом моринги идет. Следующий это бальзам также и шампунь глубокое восстановление мед и манука. Далее... питание и сила. Это уже у нас шампунь и бальзам-ополаскиватель с кокосовым молоком. Так вот. Следующий это уже у нас бережное очищение. Также шампунь и бальзам-ополаскиватель. Мицеллярная вода и голубой имбирь. Последняя линейка от Herbal Essence, это у нас без сульфатов, алоэ и манго. Защита цвета и блеск, также шампунь и бальзам-ополаскиватель. Из этой линейки у меня также был алоэ и бамбук, по-моему, или манго и бамбук. Вот та линейка мне понравилась очень, она была тоже без сульфатов. Надеюсь, что и это мне также понравится.
Так, девчонки, ну и последнее, что у меня есть, это коллекция шампуней от марки Шаума. Давайте начну с первой линейки. Это Шаума Detox Matcha. Также идет шампунь и бальзам-ополаскиватель с чаем матча и соевым молочком. Серия направлена для волос жирных у корней и сухих на кончиках. Следующая линейка, это уже у меня называется она смузи «Энергия природы». С клубникой и бананом для поврежденных волос, также шампунь и бальзам. Далее серия смузи, шампунь с манго и маракуйей, также энергия природы. Далее шампунь с киви и огурцом для нормальных и сухих волос. Шампунь с ягодами асаи, миндальным молочком и овсяными хлопьями, это для сухих и тусклых волос. Затем шампунь с маслом оливы и алоэ вера для секущихся и непослушных волос. Шампунь со свежей крапивой и спелым яблоком для нормальных волос. Его я покупаю уже довольно-таки не в первый раз. Далее шампунь с кокосовой водой и цветком лотоса для сухих волос. Далее вот такая выходила линейка Шаума Океан Лав. Специальная серия. Типа эта бутылка сделана из переработанного пластика. Вот. И шампунь у нас заявлен как увлажняющий. Далее Шаума против перхоти с молочком миндаля, вот такой, для волос с перхотью, требующих ухода. Далее у меня есть шампунь от марки Шаума, это баня с легким паром для всех типов волос. Шампунь также от Шаума, это свежесть хлопка с экстрактом хлопка для нормальных и жирных волос. И также у меня есть 3 мужских шампуня, покупала вообще для мужа, но если он пользоваться не будет, то буду использовать сама, потому что такие вот различные хвойные, ментоловые ароматы я очень люблю. Во-первых, первый шампунь это против перхоти с лемонграссом, с перитионом цинка для склонных к жирности и перхоти волос. Далее шампунь свежесть мяты с экстрактом лимонной мяты, также для нормальных и склонных к жирности волос. И последний, девчонки, шампунь, это тоже мужской, волосы, тело, лицо 3 в 1 с углем и белой глиной, глубокое очищение. Давайте подведем итоги. Шампуней для волос 38 штук, из них 4 мужских, бальзамов для волос 15 штук, масок 3 штуки, несмываемый крем 1 штука, также пудинги для волос 2 штуки, масло для волос 2 штуки и также йогурт для волос 3 штуки. Хотела посчитать, чтобы знать, сколько продуктов для волос у меня было на начало года. И потом в конце года я сниму такое же видео и посмотрим, сколько у меня осталось в конце. Вот такие, думаю, будут хорошие результаты. Девчонки, ну вот такое видео у меня получилось. Как и всегда, желаю вам хорошего настроения, отличного дня. Также пишите, что вы пробовали из того, что я показала вам сегодня в моих запасах. И следующее видео будет про запасы гелей для душа. Всем пока-пока!